Ну что, у нас британская компания? Пошлите, может, это британская компания? Эти фиг его знает. 1941 год. Лис пустыни. Фельдмаршал Эрвин Роммель прибывает в Ливию, чтобы принять команду над группой армий Африка. В течение нескольких месяцев Роммель, восходящая звезда немецкой армии, отвоевывает территорию, оккупированную силами британского содружества до его прибытия. Несмотря на серьезное численное превосходство британских сил, более высокая дальнобойность и крепкая броня немецких танков позволяет Африке вести успешную войну с союзниками. К июлю 1942 года Лис пустыни и его неостановимая группа армий Африка провели ряд классических молниеносных атак и оттеснили британские силы из пустынь Ливии в Египет. Теперь, в конце 1942 года, закрепившиеся всего в 60 милях от Каира силы британского фельдмаршала Монтгомери, включая пустынных крыс из 7-й бронетанковой дивизии, готовятся окончить немецкое наступление и перехватить инициативу. 29 октября 1942 года, Айамен, Египет. Местами облачно, плюс 12. Дивизионный рейд. Вражеские танки выезжают! Атакуем их! Прием! Отлично, ребята! Наши приманки задержат танки на некоторое время! А мы там нагонемся! Прием! Сразу эти хламы немцев изменилось. Но все-таки оружие отличается от русского. Непонятно, да. Не так же своего. Не, игра все-таки работает нормально. Потому что она начнет просто так спускаться. Куда идти? Немецкая символика, фашизм. Какой символика, кстати, фашизм? Но это явно штаб бункер немецкого подразделения. Скорее всего. Так, что это?
прикинь. Не, явно это игра лучше, чем метро. Я помню метро, блин, как мучился. Если не попасть или просто убить врагов. Но там понятно, что жестик. Жестик небольшой, блин. Блин, так свои были. Я случайно, блин, подстрелил. Туда гранат тоже кидает.
Кто меня убил этот краб, а то я и пойму. Куда идти надо было? Встретились с капитаном Крайсом, у склада. Oh, God.
Блин, дурацкий сосед. Дэвид, поищи документы в блиндаже. У нас нет времени, чтобы подбирать всякие идиотские карты. Заткнись, МакГрегор. Но... Я сказал, заткни хлебало, рядовой. Zeit! Los jetzt! Mann am Boden! Одним фрицем! Враг уничтожен! Этот готов! Чачушек-то! Так точно. Ладно, все, на сегодня хватит. Всем пока.